Привет, шоколадцы, места сцены. Сегодня поговорим о такой теме. Понимаете, я поменял сейчас резину, летнюю убрал, зимнюю поставил, не стал проверять давление в шинах, катался, думаю, ну, вчера поставил, ну, ладно, по-моему, покатаюсь, там, там удлинитель прикрутителя, куплю новый, буду накачать, короче, а ездю, блин, такая мягкая машина, прям странно, думаю, 18-е, а, у меня, так, да, у меня 18-е диски, думаю, такие мягкие, прикольные, так, по кочкам вчера гонял, а тут решил проверить. Ну, у меня левое колесо вылезло, что у меня падение давления. Ну, я думаю, просто бывает такое, когда ставишь новую резину, даже если она качана, из-за того, что она там была летняя, та зимняя, и идет ошибка по блоку АБС, типа у нас же датчик давления в шинах косвенный. Думаю, ладно, просто стер эту ошибку. А тут решил, ну, купил удлинитель, решил все-таки проверить давление в шинах. И вот давление в шинах мне оказалось 2,1, поэтому была такая мягкая. Сейчас я исправил на 2,4, как положено. Обновляю вот, и машина стала снова телегой, да, была такая мягенькая, такая удобная, вообще по кайфу, как будто у тебя не 18, а 16 диски с профилем там 60. Так что имейте в виду, если вы катаетесь на 18 дисках и вам кажется, что машина слишком комфортная и мягкая, значит, у вас спустили колеса, потому что даже несмотря на то, что у Skoda Octavia 8, у двухлитрового много рычажка новая, она все равно жестковатая. Как бы кто что ни говорил, но когда вы накачиваете 2,4, накачал, а если накачать 2,5, то вообще там будет ого-го. Качал на рабочем. Короче, есть все-таки жесткость, как ни крути. А комфорт на таких дисках, он отсутствует. Постарче лайк, подписка и напишите свои впечатления о своих покрышках, своих дисках, своих резинах. До свидания.